Привет! Сейчас я расскажу один радикальный способ, который решит проблему с музыкой на длинный период. Это решение будет актуально, если у тебя есть iPhone. Но есть возможность, что и это решение как-то прикроют. Все зависит от того, как ты будешь им пользоваться. Способ платный, но его цена зависит только от тебя. Не надо воспринимать это как шутку, пожалуйста, потому что я не шучу. Итак, ты готов? Надо купить Android смартфон. Новый, БУ, неважно. Лучше купить Xiaomi, либо Meizu на Snapdragon. Для музыки Meizu хороши. Советую послушать перед тем, как брать. Какими характеристиками должен еще обладать смартфон? Обязательно наличие карты памяти и 3,5 мм разъема. С таким набором это будет универсальная музыкальная машина. Свой iPhone выкидывать не надо. Оставь там свою симку. А для Xiaomi купи симку с безлимитным интернетом и радуйся жизни. Теперь тебе доступна музыка во всей красе. Ты можешь слушать музыку без лимитов, офлайн 24/7.